Актер, ставший политиком Митхун Чакраборти, во вторник, 5 мая, обратился к людям с призывом прекратить насилие, вспыхнувшее после победы TMC на выборах Западной Бенгалии 2 мая. Митхунда, как ласково называют актера, вышел в Твиттер и написал, что человеческие жизни важнее политики, и попросил людей прекратить это безобразие. Митхун, который присоединился к BDP во время выборов в Ассамблею Западной Бенгалии, написал: «Бенгалия горит после выборов. Пожалуйста, прекратите это насилие. Человеческие жизни важнее политики. Пожалуйста, подумайте о своих семьях и прекратите этот беспредел». Тем временем глава BDP Джей Нада и президент BDP Западной Бенгалии Дилип Ghosh планировали провести Дхарну в офисе Гостинса в среду 5 мая. В знак протеста против насилия после опроса. Следует отметить, что ранее планировалось провести Дхарну за пределами штаб-квартиры BDP штата. По данным BDP, по меньшей мере 8 ее работников и сторонников, включая женщину, были убиты в результате насилия, предположительно развязанного активистами Конгресса Тринамула TMC после поражения BDP на выборах в Ассамблею Западной Бенгалии. С другой стороны, TMC отверг обвинения, выдвинутые BDP, утверждая, что насилие было результатом борьбы в BDP.